Так, а что у нас тут? За восклицательный знак. Или вопросительный. Ладно. Давайте поиграем в хлопни жвачку. Хорошо. То мне... О! Мне надо на первое место выйти. Ну-ка еще раз. Собственно говоря, наверное, я еще раз сыграю. Чтобы уже... дальше быть спокойно. Не повезло. Ну что ж. Попробовать еще раз. Ну, короче, Бог любит троицу. Понимаю, что первого места мне не видать пока. Почему? Отлично, но
Я на 3 очка отстаю от свина. Ладно. Вернемся на скотный двор. Ладно. Начнем хулиганить. Тут еще сыграем. Брызни в яблочко. Так. Что такое? Ты посмотри, а? Так, уровень 2. Я не успеваю. Уровень 3.
плохо. Да нет, это... на четвертом месте. 259 очков. Так. Ладненько. Пойду-ка я поиграю. Поиграю я вот в эту игру. Так. Хорошо. Ну, тут нам надо, наверное, в этой игре... Ого! У нас еще впереди много работы. Так. Что ж... Интересно. Эдди пишет: давай встретимся на Одуванчиковом лугу. Интересно, где ж этот Одуванчиковый луг? Он после орех, так, скотный двор, ореховая роща. Ага. Хорошо. Так. Что ж такое? Как же ж так? Почему? Кошмар. Мышка не работает, а? Это действительно кошмар. Вот. Нет. Так, увеличиваем.
так, пойдем на велосипед, сядем, пардон, велосипед у нас тут. Эх, по пути похулигать. Так, не понял. А где у нас велосипед? Где у нас велосипед? Там, где бросили. Получается, где бросили? А вот он. Поехали на одуванчиковую. Да. Так, а ну-ка, где мы находимся? А, мы не там. Блин. Так, назад. Темный пруд. Темный пруд. Это классно. Да не туда. Но. Ну-ка. Да в обратную сторону. До одуванчикового луга надо добраться. Так, стоп. Это я приехал со стороны темного пруда. Понятно. Нам надо ехать прямо.
вот чё. Все правильно. Одуванчиковый лук. Вот он. Так, сейчас. Давайте осмотримся. Сказал, что на ферме целых 64 дерева с запиской. У тебя есть все подсказки? Да нету. А подсказка исчезает. Ясно. Так, и что? Посадили молочай. Так, давай глянем. Свентели, ключ от велика, солнечные ночные очки. Так, возьмем молочай. Так. Теперь что? Не понял. Может, тут в ямку какую-нибудь надо? Как же молочай посадить? Странно. Так что, посаженный уже? Один молочай. Молоко закончилось. А где-то у нас есть молоко? Есть. Записку прочитаем. Дюк сказал, чтобы выиграть в бильярд, нельзя промахиваться и надо закатить все шары первым. Понятно. Поздравляем, ты получаешь награду скотного двора. Чтобы посмотреть ее, выбери разные разности в главном меню. Понятно. Молоко закончилось.
Так, а почему этот молочай не растет, а больше? Так, я вообще ничего не понимаю. Тут же я полезть по нему должен. Наверх. Точно. Ого, какую кучу я тут насобирал. Как же ж так? Так, ладно, тут пока... О, сообщение пришло. Сообщение у нас пришло какое? Так. Какое ж у нас пришло сообщение? О, мобильник. Солнце почти село. Увидимся утром. Ну, это понятно. Хорошо, сейчас я на этом лугу побуяню еще среди ночи. Oh!